1 сентября, и дети вновь окунулись в школьную жизнь. Кто-то сел за парту впервые, другие перешагнули очередной учебный рубеж. Сегодня многие ребята добираются в свои учебные заведения на школьном автобусе. В управлении по образованию их 10. Накануне учебного года сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией и представителями Белтехосмотра проверили готовность школьных автобусов к перевозке детей. Такую проверку школьный транспорт проходит чаще других 2 раза в год. Особое внимание специалисты уделяют техническому состоянию автобусов и их соответствию предъявляемым требованиям. С нами присутствует представитель регионального отдела инспекции автомобильного транспорта города Слуцка, а также представители Белтехосмотра. Совместно с ними проводится ряд мероприятий, направленных на обследование данных автобусов. Проверяется как документация, то есть наличие водительского удостоверения, действующих медицинских справок, получение разрешения на допуск к участию в дорожном движении, страховых свидетельств, так и внешний вид автобусов, то есть соответствие маячки оранжевого цвета, чтобы работали, световые приборы, указатели поворотов, звуковые сигналы. Все необходимое для обеспечения безопасности дорожного движения. Вердикт специалистов – школьные автобусы полностью готовы к работе, перевозка детей под надежным контролем.